Привет, ребята, это истинный следователь. Посетил я опять магазин Народный. Там продается половину с туши, где рыба, где мясо. Весь магазин грязный, но кое-чего можно купить. Я уже описывал, это может алкоголь, хлеб, более-менее. Хотя и с хлебом они тоже обманывают. Например, я думаю, пишут высший сорт, а пихают первый сорт муку, потому что такая темная мука. Или вообще просто сейчас уже высший сорт, как из говна мука сделана. И вот смотрите, там стоянка перед ним, машины на тротуаре стоят. Что делать нельзя? Ну, в общем, этот магазин никто не проверяет, потому что Роспотребнадзор и государство народу специально тухлятину здесь продает и еще типа запрещает снимать. Хотя на самом деле в магазинах нужно снимать. Ну пока, ребята.